Усім привіт! Мене звати Христов Денис, і ви дивитесь перший Тіолог на М1. Сьогодні я розкрию вам, мабуть, усі секрети стилю, здоров'я та краси наших зіркових влогерів. Готуємось до весни разом. Такое буває на настроєнні, коли хочеться кого-то дуже сильно ударити. Такое, знаєте, ти попадаєш з утра в пробку, ти проспав. Поэтому пораньше встаємо, що хто рано встає, тому Бог дає. Щоб тебе хтось зверху замітив, треба тут внизу щось нормальне робити. А щоб щось нормальне робити, треба все-таки просипатися пораньше. Сегодня я совершила подвиг, да? Что никто не говорит, что да, ну трындец вообще. Вот честно, вот могли бы похвалить меня хоть разочек. Короче, я легла вчера в 2 часа ночи, а проснулась сегодня в 7 утра, чтобы помыть голову и выехать на спорт ранее. Потому что вокруг меня люди, которые почему-то встают рано. Мне кажется, что какое-то время зрители подумают, что мы все втроем живем. Я пришла в 5 утра домой. И так болела вчера весь день. Просто ужас. Не могла глазки открыть. Ужас. Никогда не пейте. Я себе пообещала больше не пить. Никогда, никогда. Никогда, никогда. Никогда, никогда. Я это обещаю себе раз в 200-й, конечно, в жизни уже. Все спрашивают, объясни мне, как человек, который вошел в 4-е сутки без сна, как ты так выглядишь? А это все, дорогие друзья, спорт, режим и дисциплина. Тоже, если хотите быть здоровыми и красивыми, раніше прокидайтеся, займайтеся спортом і багато не пійте на ніч. Ще не прокинулася. Щоб продлити свою життя, потрібно займатися спортом, хоч як-то. Потрібно заставляти себе просипатися хоч где-то, де би ти не уснув. І, в общем, для цього треба мишці, їда, настроєння. И тогда у тебя будет продлена жизнь, а жизнь продлится, значит, ты сможешь что-то толковое на земле этой не пустое оставить после себя. Пошли, пошли. Не туда, пошли. Она тоже идет. После этого сета за кубики вам гарантованы. Та и мне тоже. Называется «Украинский аллигатор». Пойдет. Мы опускаемся на пол, да. Ложимся полностью на спину, руки за головой складываем вместе, ровные руки, и поднимаемся, удерживаем лодочку. Владимир разворачивается на правый бок. После этого, ужас, когда я посчитал, мы переворачиваемся без рук на живот. Да. Что смеетесь? Никогда не бачила украинского аллигатора. С выдохом здесь мы добавим следующее. Мы добавим работу руками, сводя лопатки. Так. Затем мы поворачиваемся на левую сторону. А я не смогу. Поворачиваемся на левую сторону. Без рук. Без рук? Конечно. Каким образом? Таким, как вы повернулись обратно. Датчик собака давит. Бачите кубики? Ні? А вони є. 1, 2, 3. Короче говоря, в чем суть? В чем суть, ребят? Почему я снимаю футболку? Значит, мне сказал мой тренер, что лучшей мотивацией для любого человека, как раз, потому что я очень стесняюсь, лучшей мотивацией для любого человека заниматься спортом нет, кроме зеркала. И ты стоишь перед зеркалом, и ты смотришь и думаешь, господи, какой я урод. Или, господи, как же все уже... Thank you very much. Жена, правда, умеет, что я футболку снимаю. Это такое. Ну, а після гарного тренування треба поїсти бажано корисної їжі. Ну, прекрасно. Я хочу порезать яйца. Я, кстати, тоже, но не сейчас. Яйца – это символ меня. Знаете почему? Потому что я все время езжу с отварными куриными яйцами. Вот, потому что это белок. Ну, кто занимается спортом, тот понимает, зачем вообще это нужно кушать. Ребята, сейчас у меня по времени второй завтрак. Я приволокла на радио свои отварные яйца. Я принцесса. Вот, смотрите. И сейчас принцесса будет жрать. Я очень голодная, по моим часам уже давно должна была покушать. Яйца. Они воняют.
Лера воняет тебе очень сильно. На самом деле, неправда, Лера, ты себе придумала. Они не воняют, они офигительно вкусно пахнут, а еще они очень вкусные. Вот у меня судочек с овощами, вот у меня яичко, сейчас я еще приволоку гречку. Виявляється, яйця до смаку не лише Насті. Владимир забрасывает омлет. Яйца на сковороду. Никаких. Беспомощно себя чувствую я вообще на кухне, честно скажу. Хоп, отлично. Хотя нет, вот вроде пошло. Авокадо, омлет. Красиво. Вкусно. Ну, почему бы не позавтракать? Полезно. Ты хлебцы кушаешь? Я ем хлебцы. Очень вкусные блинчики, гречку и... Какая-то молодец. Буряк. Я пью витамин С, я пью витамин Е. Девчонки, это просто обязательно. Если вы не хотите, чтобы ваши прелести повисли на уровне колен, то для кожи вам нужно это делать. Пам'ятайте, що занадто то не здраво. Сніданок повинен бути легким та корисним. Ты снимаешь, да? Ну вот ты просто посмотри, что происходит. Вот второй завтрак, я тренировался. Ребята спали. Давай же сравним второй завтрак мой, вот это вот, вот два, вот этих две, и вот это. Вот видишь коричневое? Где? Я твой. А нет, ты вот это видишь? Как вы сохраняете такую форму с таким завтраком? С трудом. Вообще. А у меня, ну это тайна. Покрита чим-то коричневим, да. Ви знаєте, обмежувати себе, звісно ж, треба, але іноді можна собі дозволити і розслабитися. Але як тут розслабитися, коли паливо по 30 гривень? Оце так паливо, а? Да, люди, вам не кажеться, ви не спите, і я не сплю. Без 10-12 ночі, а во мне проснулась ночная жриця. Я люблю ночью поесть. А вы? Если вы хотите меня умаслить, или как это называется? Как это? Умаслить? Есть такое? Нет. А то ты придумала слово. Умаслать. Если вы хотите меня порадовать. Вот это маленькая радость. Надь. Что такое? Как это думать? Хорошо. Настя, а тебе не много? Я так обычно разминаюсь, потом мне плюс второе. Второе. И третье. Это все я. Обсуждение жрачки. Несите все, Настя. Гуляем. Шведский стол. А, все-таки за картошечку я заплачу. Да, у вас я в райдере. Ну, хорошо. А, в моем райдере сегодня картошечки. У меня есть мясное, сырное, плато. И что еще? А, у вас есть... И вода из-под крана. Класс. Вы должны ухаживать за собой и кормить свою кожу обязательно. Вы же животик свой любите, правда? Жопку свою любите подкормить. Так и кожица ваша хоче їсточки. Ну а щоб не було зморшок на обличчі, треба робити ось такі вправи по фейсбілдингу. Я нанесу вот таку маску. Потому что я женщина прижимистая, и я буду ее пользовать несколько раз. Я потом положу ее в холодильничек, видите, и использую еще, видите, вот там осталась у меня жидкость. Вот. Свеженькая, да. Вот. И я положу в холодильничек после этого, и потом еще раз налеплю ее на свое прекрасное лицо. А может быть еще раз, а может быть еще раз. А может быть, потом еще побрызгаю водичкой еще раз. Короче, маска, которая рассчитана на один раз, будет у меня служить несколько раз. Знаете, такая ничего, такая тёлка на самом деле. Красивая, морщин нету, молодая. Губы свои, понимаете, нос свой, ноги свои, сиськи свои, все свое, родное. А у наших девчат теж все своє. И вы зараз у цьому переконаєтесь. Оленько. Привіт, привіт. Зроби, будь ласка, вправу по фейсбілдингу. Аліса, що ти зробила? Голова красила! О, Боже, чому так неаккуратно? Аккуратно, просто лінії. Ну, расскажи мне, что это, что ты с собой сотворила? У
Намазала губы, ничего. И что, а для чего ты это сделала? Чтобы такой, как ты. Как я? Да. Ну я же, ты видишь, без губной помады. Ты всегда красишься. Я ненавижу черные, особенно татуированные брови. Мне кажется, что это верх вообще глумления над лицом. Это еще хуже, чем подушки безопасности вместо рта. Поэтому я беру светлый карандашик русый, такой же, как у меня волосы. И легонечко подвожу свои бровочки, которые не тронуты ни тату-мастером, ни щипцами. Мне нужна декоративная косметика исключительно для пользования в обычной жизни. Мои любимые – это кисть, в которой я наношу тон. Очень удобно, очень мягко и приятно. Следующая кисточка. В общем, по окрасу видно, что этой кисточкой я рисую свежий румянец. Вообще, если говорить про мой макияж минимум, то это тон, румянец и тушь. А якщо говорити про мій мейкап, то це крем-антошка, шампунь кря-кря і фільтр в інстаграмі. Видите, что я делаю? Жирным тоном делаю скульптуру лица. То есть выделяю скулы. Видите, личико сразу стало уже. Не видно, что я вчера куриный суп с лапшичкою ела. А наче випила водичечки і лягла спати в 10 вечора. А я навпаки пив, їв, пізно лягав спати і ніякої різниці. Як то кажуть, навіщо переплачувати? А тепер фокус. Вот так быстро у меня растут волосы, когда серьезные и важные мероприятия. Белла, не надо с двух сторон. Взяло и выросло. Взяло. Красиво с одной стороны. Ну, вообще у Наташи настолько золотые руки, что волосы начинают расти мгновенно. Мы делаем такой кипиш, как обычно я люблю, но добавляем вот такие вот штуки. Это в косичку, колечки мне сюда позасовывало. Знаете, около 3 суток уходит на то, как мы готовимся к прическам. Если вы думаете, что просто так завязать хвостик – это просто так, и выйти с ним на большую европейскую сцену вместе с хвостиком – это актуально, ничего подобного. Виталий Дайцюк своими ручонками около 3 суток, а то и 2. Репетировал прическу. Репетировал эту прическу. Посмотрите, чего стоили эти идеальные апельсинные дольки, идеально вылизанные и так далее. Косички. И все подумают, что у Юли очень много волос. А у меня очень много волос. Как и в прошлом. У Юли очень много волос. Много волос! Много! Слухайте, нібито спортом займався, а штанці щось так і не сходяться. Ще й розірвав їх. Очень много крутых штанов, но, к огромному сожалению, наверное, 10% не подходит. Вот как, например, эти штаны. Посмотрите, вот как они на мне сидят. Вот прикольные, да, штаны? Красный цвет, все круто. Посмотрите. Стрик. И тут какие-то короткие, тут вон мотня висит. Ну, не моя модель просто. А вот эти, посмотрите, какие красивые. Тут такие лампасики коричневые. Ну, кофта тоже неплохая, но она очень огромная, видите? Ну, джинсики, по-моему, вообще такие хорошенькие. Магазин? Да. Серега. Купим ему трусишки. И пончо, трусишки и пончо, да. Пончо. А мне купим все, что я захочу. Все, абсолютно все. И трусы. Все. И трусы ему. Я без трусов просто хочу. Тебе 40-й. Ой! Ой! Мужчина! Застукали! Якщо немає грошей, можна перешити старі речі або стати моделлю. Їм все дають безкоштовно. Юркеш, я уже сказала, стибрил мой костюм с церемонии One Music Awards. Расшил, сделал брюки и пиджачок.
Я тоже в шоке. Я себе решила, что хочу вот здесь звездочку, а вот на этом, например, стрелочку. Звездочку, типа. И здесь надпись «To the girl». Что дальше? Все. Стильно хочу. Хочу не переборщить. Давайте покажем, как они выглядят. Посмотри. «To the girl». Очень. Все ж таки думаю прикупити собі щось новеньке. Новий одяг, нове життя, нові друзі. До речі, скоро мій вихід. Та хвилююсь, капець. Такі вечірні платья – це взагалі велика рідкість в моєму гардеробі. Ну, і не случається. Як сказав Слава Чайка, переміни образу міняють життя к лучшому. Поэтому сейчас я поміняю життя к лучшому аж 10 разів. Зараз мій вихід. Дуже хвилююсь, чекає багато глядачів. Ну, я пішов. Мабуть, краще я буду знімати ТВ-влоги. Мене звати Христо Денис, і це перший ТВ-влог на М1. Будьте у гарній формі, побачимось, коли побачимось.